Неподражаемые купчихи Анфиска и Раиска приглашают всех ульяновцев и гостей города 31 марта в удивительное путешествие по улицам исторического центра города Ульяновска. Скучно, Анфис. Скучно, Раис. Тоска такая, хоть волком вой. Не слыхать ли в городе разговор какого? Как не слыхать? Слыхать? Новую прогулку предлагают. Трехчасовой променаж по главной улице Симбирска с заходом в первую частную типографию дворянина Черникова и торговую лавку купцов Жарковых. И впрямь, и я слыхала, больше полутора верст по главной улице Симбирска, по Гончаровской, по торговому центру города. Когда-то на улице Гончаровской располагался торговый центр старого города. Эти улицы демонстрировали богатство и блеск купечества. Именно здесь ощущался пульс делового Симбирска. Многочисленные магазины, трактиры, гостиницы, кинотеатры, учебные заведения, банки. Все сохранившиеся купеческие жилые и доходные дома имеют свое лицо, свою биографию и могут многое поведать о судьбах живших и работавших здесь людей. Рассказать об интересных, а порой даже курьезных, случаях из жизни симбирских купцов. А много ли желающих? Да что ты! Уж пол Симбирска записалось. Молодые господа и девицы, их родители, все, кроме младенцев. Ну, это когда еще до нас очередь-то дойдет? Да ладно, всех запишут, все пойдем. Погуляем по Гончаровской. Ну, променаж – дело хорошее и приятное. А как прознают про нашу симбирскую прогулку, так и люди из других городов к нам поедут. Анфиск, Раиск, кончай заливать. Честное купеческое. Продолжительность экскурсии «Честное купеческое» – 3 часа. Справки и запись по телефонам 32-45-32, 32-07-51 и 41-27-46 или на сайте ulzapovednik.ru на правах рекламы.